Азов – небольшой городок, очень спокойный и уютный, подходящий для неторопливых прогулок. Расположен на левом берегу Дона и на одном из притоков реки Азовки. Интересен всем возрастным категориям, потому что знаменит множеством исторических памятников и музеев, которые производят впечатление на любого туриста. Туризм – это, конечно, очень доминантное сейчас направление в деятельности многих городов. Я надеюсь, что и наш Азов станет туристическим центром, такой туристической меккой, потому что у нас есть что показать, есть чем удивить. И, конечно, налаженная инфраструктура, логистика помогут нам стать таким центром. К слову сказать, наш город уже является одним из самых посещаемых мест Донского региона. И одна из причин такого интереса – Азовский музей-заповедник, в котором находятся уникальные находки и идет непрерывная научная работа. У нас четкая статистика, поэтому мы знаем, что музей посещает в год более 200 тысяч человек. И это несмотря на то, что город у нас маленький, всего лишь 84 тысячи жителей, но по посещаемости мы один из первых музеев Ростовской области. Сами азовчане не только являются гостеприимными хозяевами, но также много путешествуют последние годы. И кроме ставших уже привычными направлений Турции и Арабских Эмиратов, с удовольствием выбирают экзотические туры из страны. Конечно, люди спрашивают и последние годы уже из разряда экзотических – это Занзибар. Сначала, когда мы туристам предлагали сами этот тур, звучало немного пугающе для них, но тем не менее вот… Такая тенденция, что какие-то невостребованные, непопулярные туры, но они уже переходят в разряд любимых. Вот это Занзибар, Танзания, Перу. В этом году много спрашивают, потому что неплохие полетные программы из Москвы. Ямайка. Тоже раньше это направление казалось очень экзотическим, а сейчас летают чартеры. Поэтому туризм очень динамично развивается, и любой тур, который сегодня кажется экзотичным и таким экстремальным, а завтра он уже идет в разряд масс-маркет, и это не может не радовать. Стоит отметить, главная цель данного праздника – пропаганда путешествий. Ведь это не только развлечение и отдых. Туристическая отрасль оказывает влияние на мировую экономику, способствует развитию международных связей. В некоторых странах и регионах она является основным источником доходов жителей и госбюджета. Мы поздравляем с этим праздником всех, кто не довольствуется чужими рассказами, а смотрит на удивительные вещи своими глазами. Желаем, чтобы ряды туристов не редели, а только увеличивались. Интересных вам путешествий и походов, новых мест и захватывающих приключений. Екатерина Четверякова, Александр Кучиц, Азов.Инфо.